конфету в виде Among Us. А? Слабо? А? А? Старт? Не надо стучать. О, расти, медведь. Она тоже обалденная. Ну, не хочешь, как хочешь. Внимание, внимание, внимание! Ни в коем случае не повторяйте этого дома, потому что это может быть опасно. Всем привет, ребята! Сегодня я решил сделать крутые конфеты на палке и конфету из съедобной мастики. Но только она немного засохла. Правда, ее запросто можно растопить в микроволновке. Так, тут нет никаких конфет. Запасы иссякли. О, есть идея! Медведи! Медведи! Теперь вы не медведи! Теперь вы мои амонгусы. Короче, из одного добровольца я выращу конфетное дерево. Как тут моя плантация поживает? О, что-то уже выросло большое. Так, нужно его полить. Обязательно подпишись на канал, если хочешь увидеть, как выросло конфетное дерево. Итак, сначала сделаем конфету на палке. Форма конфет будет классическая. Возьму исходный материал. Паша, дай воды. Тебе зачем? Дерево я там выращиваю. Какое? Какое-какое? Медведка конфетная. Ладно, на. Все, можешь быть свободен. Ой, спасибо. Пакет отдай. Да на, он сам прилип. Нужна кастрюлька с толстым дном? Это не подойдет. Возьму обычную. Расти, медведь, большой, прибольшой. Если ты тоже веришь в конфетное дерево, жми лайк. Ну, пожалуй, начнем. Откроем пачечку. И вторую тоже. Нужно немножко высыпать. А точнее половину. Еще мне понадобится термометр, чтобы я мог замерять температуру нашей конфеты. Паша, а слабо сделать конфету в виде Among Us? А? Слабо? А? А? Да запросто. Так, картинки Among Us у меня есть. Распечатаем. И обрежем по контуру. Одно осталось. А что, если ее увеличить, а? Еще возьму пару капель дистиллированной воды. Это для того, чтобы конфета наша была прозрачной. Конфеточка, ты это, давай, пожалуйста, вырастай раз в 10, а? Вот, я тут навырезал наших амонгов. Правда, нужна специальная бумага для этого дела. Но где же ее взять-то? Поэтому буду делать из обычной. Аккуратно разложу по местам. Большую сюда. Вот. И последний голубой. Еще мне нужны будут палочки. Да. Но где их взять-то? Старт? Ой. Валера, где свет? Паша, я принес тебе свет. Это не тот свет. Ну, не хочешь, как хочешь. Сиди в темноте. А что случилось? Я это, экспериментировал, и свет погас. Вот экспериментатор. У меня есть тут 4 чупа-чупса, из которых нужно вытащить палочки. Палочки? Ха, да запросто, отдай. Кастрюлька и термометр. Валера выполнил свою работу. На. А тебе еще не надо палочек от конфет отковырять, а? Нет. Очень жаль. Разложим по местам. Так, наш секретный состав уже кипит. Досыпаем остатки. И ждем, когда расплавится. Да, эта субстанция очень опасная, и она практически 200 градусов по Цельсию. Отключаем, пускай остывает. Да, а я поспешил с нашими картинками. Сначала нужно зачерпнуть, налить немного сверху. Теперь Among Us. И еще один слой. Поправим палочку. И следующий. Первый слой. Among. И второй слой сверху. Да, эта штуковина очень горячая. Сейчас еще одно забабахаем. Сверху круглое. Залью еще одним слоем. Да, правда, на четвертую конфету не хватило. Ну и ладно, сделаю амонга из съедобной мастики. Сейчас на пару минут в микроволновку, и все будет готово. Так, что за конфета?
А чё не горит ничего? Алло? Паша, не надо стучать, а то ещё сильнее поломаешь. Ты чё наделал? Я пытался её отремонтировать и нечаянно поломал. Валера! Ой, я больше не буду. Ладно, раз микроволновки у меня больше нет, будем её нагревать в духовке. Во какая! Но всё равно твёрдая. Так, пойдём её греть. Всё готово! Сейчас я буду её раскатывать и пытаться получить наших амонгов. Я пока еще положу в духовку белую и синюю мастику. Раскатаем зелененький. Обрежем лишнее. Это будет классный рюкзачок. Это сюда. Да, какой-то он морщинистый получился. Ну и ладно. Эта мастика тоже стала мягкая. Хорошо, сейчас мы сделаем иллюминатор. Вот тут подлеплю слегка, чтобы тоже было округлое. Теперь белый. Отрежу полосочку. И сверху синий. Собираем нашего амонга. Паша, ну ты думаешь мне возвращать конфеты? Хотя бы частично. Вот тебе, Валера, съедобный амонг ас. Красотища. Ну, такое себе. Ладно, сейчас достану наши конфеты, они уже, кстати, остыли, и самое время посмотреть, что из этого получилось. По-моему, это очень круто. Давайте посмотрим на вторую. Блин, она тоже обалденная. Достанем третью. А это вообще огонь! Ребята, вам какая больше нравится из всех, а? Мне нравится, наверное. Они все вкусные. Ребята, а давайте поставим Паше за труды 100 тысяч лайков. А я, может, тоже хотел было попробовать эту конфету. Ну и ладно, буду есть тогда этого из мастики. Паша, сладкое есть вредно. Да? Давай, я его заберу с собой и спрячу. Куда? Ну как куда? В себя.